Пострадавшим заплатят и за потерянный урожай. Муниципальные комиссии принимают заявления от сельхозпроизводителей Приморского края. Те, чьи поля затопило, получат возмещение из федеральных средств. Отмечу, что от паводков в Приморье пострадало более 3000 гектаров посевных площадей. Предварительный ущерб составляет 170 миллионов рублей. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам направить все усилия на ликвидацию последствий стихии и оказание помощи людям.